Я к старшему поколению обращаюсь, обязательно расскажите детям. Не надейтесь на пенсию, посмотрите на нас, это должны сказать вы, пенсионеры. Посмотрите на нас, как нас ограбило государство. Мы жили в советский период, мы работали на шахтах, на заводах, учителями, пожарными. И когда мы вышли на пенсию, мы получаем мизерные пенсии, все. И наша ошибка была, что в течение жизни мы надеялись на государство, мы надеялись на пенсионный фонд. Пока в государстве не будут частные пенсионные фонды, пока не будут большие накопления, отчисления у людей, которые сами себе откладывают на пенсию, а это не связано никак с государством, потому что государство всегда грабит.